Так, всем здорово, братва. Давайте расскажу, чем мы занимаемся на карантине. Пригнал тачку, получается. Поставил потолок, поставил передние стойки, средние стойки. Средние стойки еще на них заменил ремень водительский, ремень пассажирский. Поставил задние стойки. Заднюю поставил я одну правую, потому что левую не ставлю, так как мне надо будет протянуть еще для родного телефона антенну. Она идет через левую стойку и выходит на заднее стекло. Так что левую стойку я пока не ставлю. Поставил заднюю полку. Полку я переделал под третий стоп. У меня был третий стоп. И получается под шторку, под механическую переделал я, получается, обычную полку стандартную. Сделал вырез под шторку и под третий стоп. Полностью все мы перешили. Потолок, стойки и заднюю полку. Получается, на днях я подключил задний третий стоп, подключил его просто задним стопорям. Позже покажу, как я это сделал, через какой провод. Так что все работает. Там дальше посмотрим. Потому что по заводскому там идет в третьем стопе родная коса, она подключается под педалями к лягушке вроде как идет. Косу это не смог найти, так что пришлось подключить, как многие делают, просто к задним стопорям. Я туда просто в дальнейшем, как у нас магазины все откроются, я поставлю туда ледовскую лампочку, чтобы меньше напруга была. Так, чем еще? Поставил левый передний бардачок, где вот водительский получается. Его перешил в кожу правый бардачок, большой который. Я его еще не поставил, его тоже перешил. Вот сейчас попозже покажу, что не надо самому там доделать. Также поставил руль, тоже перешитый, чуть попозже. Через недельку, через две недельки можно будет уже снимать бороду и отдавать тоже на перешив. Бороду, кожух на МКПП, как по индивидуалу идет, у них борода вся тоже в коже. Это мы тоже все сделаем. Так, что было еще сделано? Полностью задние все из багажника обшивки достал. И каждый год после зимы, как машину забираю, я их полностью мою. Сейчас я их тоже полностью все помыл. Вот сейчас покажу, они висят. Он, короче, висят и сушатся. Так же, как забрал тачку полностью, весь день на это выделил. Благо, хорошо, что сейчас на карантине и можно заняться тачкой полностью. Весь салон все тоже убрал, там все коврики под сиденьями, заднее сиденье снимал, все там прочистил полностью, под капотку все помыл. Также еще осенью, в конце осени поставил распорку Net Motorsport. Сейчас я тоже ее покажу. В дальнейшем мне надо будет еще поставить распорку вниз защиты мотора, с Челябинска буду заказывать, и заднюю распорку, задних стаканов для, получается, под сиденья, которые идут этот трансформер. У меня там нет сзади перегородки, у меня без перегородки под трансформер. И вот надо будет, там идет заводская верхняя на полке, получается, там сверху полки идет свой усилитель заводской, у кого трансформеры, у кого нет полки. А теперь они стали выпускать челябинцы, получается, распорку под вот эти, которые задние, без перегородок, у кого сиденья были трансформеры. Там просто маленькое расстояние, я тоже чуть попозже покажу. Так что туда нам будет тоже заказать распорку. Еще две распорки надо будет. Также пришел ремкомплект на суппорта от Е38 брембовский. Суппорта я купил тоже осенью, можно сказать. Ремкомплект этого резинки я покажу, потому что там немного, но лучше показать. Кроме поршней, поршня не заказывал, так как поршня, короче, не заказывал, так как буду их отдавать тем, кто занимается пескоструем, они их полностью разберут и сами проверят, нужна замена или нет. Также под эти суппорта был куплен двойной вакуумник. Потом я еще заранее, год назад где-то покупал передние, короче, армированные шланги. Они были привозные с Японии, я их снял, получается, задняя часть 36-й. По длине они подходят наперед, так что посмотрим, подойдут, нет, то надо будет заказывать новые армированные шланги наперед. Ну и полностью комплект и перед, и зад. И в дальнейшем надо будет что-нибудь задними тормозами тоже сделать, тоже. Либо в планах найти от 540, либо назад в планах найти заводские 540-е суппорта, либо тоже, либо как-нибудь тоже назад заморочиться и поставить брембовские передние от 38 назад.
Я видел, на драйве это были. Так что мы, ну, с этим посмотрим. Сначала сейчас перед установим и посмотрим, какая будет разница от заводских 540-х. У меня на 525-й я покупал комплект из 540-х. Посмотрим, в чем будет разница. Также надо будет кое-что переделать на заводской эмовской приборке, потому что она была куплена 2,5 года назад. Она стоит, но надо будет кое-какие косяки по ней убрать. В этом году уберем, надеюсь, до лета найду хороших электриков, кто в этом соображает. Ну и мы с ними переделаем. Так. Так что вот как-то так. Пока есть такие планы на месяц. Посмотрим, что из этого успеем, что нет. Будем дальше делать. И смотрим, чем мы занимаемся в свободное время. Ну, с тачкой проводим, что я делал. Смотрим.